Всем привет! Сегодня я покажу три способа, как склеить выкройки. Для удобства выкройки я уменьшила в масштабе. Сложены они так, как печатает принтер. Вы скачали выкройку, открыли ее и первым делом посмотрите все, что там есть. Посмотрите последовательность и наличие проверочного квадрата. Склеивать буду с помощью клея и скотча. Их надо будет напечатать все и замерить. Посмотрите, на каком листе будет проверочный квадрат и напечатайте именно этот лист. Измерите. Если хоть 1 мм расхождения, измените настройки в принтере. Если же все ровно, то печатайте все остальные листы. Теперь разложите и посмотрите все листы. На каждом написан ряд, страница и фрагмент. Ряд – это означает, что склеиваем все листы, где написан ряд А, например. А страница и ее номер означают последовательность. Первый способ – это способ, которым пользуюсь я. У первого листа я срезаю по пунктирной разметке правую сторону. Прикладываю к странице номер 2 ряда А, стыкую все линии и склеиваю скотчем. Далее у страницы 3 ряда А срезаю по пунктирной линии левый бок и прикладываю его к правой стороне страницы 2 ряда А, стыкую все линии и склеиваю скотчем. После делаю весь ряд по этой схеме. Старайтесь максимально ровно все склеивать, потому что ряд А – это, грубо говоря, фундамент для всей выкройки. Если вы немного съедете, то далее может перекосить. Переходим к ряду Б. У страницы 1 этого ряда я срезаю вверх по пунктирной линии. Стыкую его с низом страницы 1 ряда А. Склеиваю скотчем. У страницы 2 ряда Б я срезаю по пунктирной линии вверх и левую сторону. Приложу к получившемуся углу страницы 1 ряда Б и страницы 2 ряда А. Совмещу все линии и склею скотчем. По такому же принципу доделаю ряд Б. Ну все, мы все собрали. Теперь смотрим, что можно отрезать, а что резать нельзя. Отрезать нужно строго по контуру. Он самый крайний у каждой выкройки. Край начерчен сплошной линией и резать только ее. На некоторых выкройках эта линия может выходить за поля, за пунктирные линии. Вы все равно режете по сплошной линии и не обращайте внимания ни на что. Режьте строго по линии, либо чуть-чуть за ней, в сторону выкройки, чтобы контур оставался на ненужной бумаге.
второй способ. У данной выкройки два проверочных квадрата. Я напечатала оба. Строго проверьте все. Если не соответствуют, измените настройки принтера. Если все как надо, то печатаем остальные листы. Принцип у второго способа такой же, как и первый, но склеивать я буду не скотчем, а клеем. Сначала разложите и посмотрите на листы, как они должны быть. В этом случае страница 1 ряда А будет всего одна, когда у рядов Б, С и Д по две страницы. Когда все склеили, посмотрите, где проходит контурная линия детали и как ее нужно отрезать. Режем строго по ней, даже если она заходит за пунктир. Этот способ быстрее, так как не надо тратить время на скотч и отрезать его по 500 раз. Но в этом способе нельзя ошибиться. Если в первом способе можно аккуратно отклеить скотч, то тут без повреждений не обойтись. Но если у вас глаз алмаз и ровные руки, то этот способ вам подойдет идеально. Третий способ. У данной выкройки проверочный квадрат 1. И печатаем именно этот лист. Проверяем. Если не соответствует, то вы знаете, что делать. Если соответствует, то печатаем остальные листы. В этом способе без разницы, чем будем склеивать, хоть скотчем, хоть клеем. Его очень любят, он реально очень быстрый, но я его не люблю. Отрезаем уголки у всех листов. Стыкуем пунктирные линии верха и низа. Склеиваем скотчем или клеем. Все, делаем так до конца все ряды и все страницы.
почему я его не люблю. Объясню. Мне не нравится, что не все линии я вижу. Это, конечно, не критично, и суть от этого не поменяется. Но мне это не нравится. Можно, конечно, отрезать края, которые закрывают линии, но от этого этот способ потеряет свою быстроту. Можно, кстати, и дорисовать эти линии, но это будет медленно. Склеили, смотрим. Один край выходит за пунктирные линии на поля. Мы не обращаем на это внимания и режем строго по сплошной линии контура. Итак, я показала три способа склеивания выкроек. Вы выбираете для себя наиболее удобный. Но во всех способах алгоритм один. Можете, конечно, начать со страниц. Например, сначала склеиваем все страницы номер один всех рядов. Например, А, Б, С и так далее. А потом к ним подклеиваем страницы 2 рядов А, Б, С и так далее. Но склеивать рядами и потом их совмещать я не советую. В большинстве случаев будут нестыковки, и их тяжело будет потом исправить. Спасибо всем за внимание, всем удачного дня и удачно склеенных выкроек!